Сегодня в Доме кино началась ретроспектива фильмов, посвященная 90-летию сценариста Танино Гуэра. На этом месте должен был бы стоять человек, ради которого мы здесь собрались. Танино Гуэра. К сожалению, он не смог по независящим от нас причинам быть здесь сегодня. Будут показаны фильмы Микеланджело Антониони, Федерико Феллини, Владимира Наумова, Андрея Тарковского и Витторио де Сика. Я не буду говорить о картинах, которые он делал, потому что тут есть кому сказать, по лучше знающим истории. Но я знаю только одно, что он начинал очень давно, как вы сами понимаете, ему 90 лет.